Всем привет! Ну и продолжая тему инструментов, выписанных из Китая, хотел бы вам показать еще вот один инструмент. Это называется типа, ну, клещи. В общем, это клещи, которые нужны для съема стопорных колец и тому подобное. Также ими можно что-либо разгибать. То есть вот такие насадочки, три штуки идут. Здесь вот раз, два, две одинаковые тут. Работает вот, следующим образом, одеваем вот на эти штыри и нажимаем, и оно разгибает, то есть в кольца или еще куда-то вставляем. Удобная вещь. Можно наоборот использовать с обратной стороны другие штыри. То есть наоборот сжимать. Такого формата и вот такого, то есть загнутые. Вот так вот она идет. Вот так выглядит. Ну, такая вещица простая. Но хозяйство, как говорится, пригодится. Тоже работает у меня уже несколько лет, использую. Ломаться нечему. Вещь простая. Так что рекомендую. Присмотритесь. Кому и пригодится. Спасибо.